Всем привет! Перед вами источник бесперебойного питания APC Smart Oops SMT-1000. Это представитель линейки источников бесперебойного питания для серверов, сетевых коммутаторов и промышленного оборудования. Мощности в 670 Вт для этого вполне достаточно. При полной нагрузке заряда батареи хватит на 6 минут, при половинной – на 20. Аккумулятор полностью заряжается за 3 часа. У источника 15 программируемых настроек. Вы можете самостоятельно устанавливать пороговые значения, а также выставлять сигналы для конкретной области применения. Разобраться поможет инструкция и ЖК-дисплей. Розетки разделены на управляемые группы, и вы можете отдельно управлять каждой группой, включить, выключить или перезагружать. Вы можете даже устанавливать определенное время включения и выключения оборудования. Надежность аккумуляторов обеспечивает их автоматическая диагностика и предупреждение о необходимости замены. Кстати, вы можете заменить аккумуляторные модули, не отключая устройство от питания.